Научный центр татарской педагогики открылся совсем недавно, но уже успел привлечь к себе внимание в сфере образования. Центр имеет статус структурного подразделения КФУ и ставит своей целью привлечение ведущих ученых-педагогов, докторантов, аспирантов и студентов университета. Здесь обсуждаются современные проблемы региональной этнической культуры обучения и воспитания, организовываются научные исследования, семинары и конференции. Деятельность организации в основном направлена на исследования в области национального образования и науки. В связи с этим определены несколько задач. Оказание методической, психолого-педагогической, информационной помощи педагогам национальных образовательных организаций. Организация и проведение исследований и разработок, связанных с самыми важными направлениями развития татарской национальной педагогики. Учеными центра выпущены учебники по всем разделам педагогики. Помимо этого, существуют и электронные версии, поэтому любой желающий может ознакомиться с их содержанием на татарском языке, не выходя из дома. У нас есть и учебники, которыми мы обеспечиваем национально-образовательные школы. Вот, пожалуйста, разных вариантов по разным предметам. И не только наши школы Республики Татарстан, но и которые находятся за пределами нашей республики. В научно-образовательном центре можно увидеть множество грамот и сертификатов. Все это – заслуги за активное участие в сотрудничестве с этнопедагогическими лабораториями России, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас организация только на начальной ступени развития, но уже строит планы на дальнейшие перспективы. Наш центр будет задействован в следующем проекте. Есть договоренность с Министерством образования и науки Республики Татарстан для подготовки специалистов для национальных школ. В настоящее время научные резервы центра мобилизованы на реализацию фундаментальных однокультурных проблем в системе образования Республики Татарстан. Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюз.